Город, который выдержал почти 900-дневную осаду во время Второй мировой войны. Сегодня отмечается 78-я годовщина окончательного снятия блокады Ленинграда. Несколько очевидцев этих событий обрели вторую родину в Азербайджане. В Баку уже много лет действует общественное объединение жителей блокадного Ленинграда. Они были еще детьми во время этих событий и многое помнят по рассказам родителей. Несмотря на свой юный возраст, им удалось пережить ужасы Второй мировой войны. Я помню, мы собрались, на саночки положили кое-что, уже зима была, и пешком куда-то вот целая вереница народа шла, и мы пошли. Буквально мы прошли не больше километра. Эта вереница остановилась, и по цепочке пришел сигнал, что все, блокада. Сухопутная связь с Ленинградом полностью прекратилась 8 сентября 1941 года. С тех пор для жителей города наступил самый трудный период. Запасы еды закончились за считанные дни. Это привело к сотням тысяч смертей среди жителей. Моя мать, у нее за оборону Ленинграда, она разбивала завалы, вот все эти вот общественные рвы рыли, окопы, все. А мы были детьми. Моя мама дежурила на крышах, фугасные бомбы гасила. В нашей семье очень много детей умерло. Мои двоюродные, мы все вместе жили. Шестеро детей, взрослые. В общем, один человек умерло в нашей семье от голода. Мне было 9 лет, когда началась война. 22 июня началась, а 27 июня мне исполнилось 9 лет. Как говорится, как я помню, что бомбили, 3 года бомбили, умирали от голода все. Жителям Ленинграда пришлось преодолеть многое. Главная цель была выжить любой ценой. В городе стоял лютый мороз до -43 градусов. Кроме того, гитлеровские войска разрушили все важные системы для существования. Водопровод, отопление, электричество, продовольственные склады. Город постоянно обстреливали с воздуха. По звуку самолета определяла, когда летит немецкий самолет, а когда летит советский. И когда летит немецкий с бомбами полный, и когда пустой. И, в общем, как-то, потому что мы уже не бегали в бомбоубежище, такое в соседнем доме у нас разбомбило дом целиком. И все, кто были в бомбоубежище, все там остались засыпанные, а откапывать некому было. В январе-феврале 1944 года советские войска провели Ленинградско-Новогородскую операцию, в результате которой противник был отброшен на 220-280 километров от южных рубежей города. 27 января 1944 года отмечается как день полного снятия блокады. Жертвами блокады Ленинграда стали сотни тысяч человек.